Всем привет! С вами сервисный центр GSM Moscow. И сегодня я вам покажу, как произвести замену аккумулятора на iPhone 5. Для начала нам нужно выкрутить два нижних винта. Далее мы снимаем модуль. Далее мы откручиваем два винта, снимаем защиты, вынимаем аккумулятор. Ставим новый. Собираем все в обратном порядке. Итак, сегодня я вам показал, как произвести замену аккумулятора на iPhone 5. Всем пока!